9 мая 2015 года, ровно 18:55 по московскому времени, наступила всероссийская минута молчания. Сейчас по всей нашей стране, во всех уголках России замолкли звуки праздничных концертов. Остановлены народные гуляния. На улицах и площадях миллионы людей встали, чтобы почтить минутой молчания тех, чьи жизни унесла кровавая война. В память о тех, кто погиб, мы объявляем минуту молчания. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Какой ценой завоевано счастье? Пожалуйста, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. То чувство, которое объединило людей в эту минуту, невозможно передать словами. Комок в горле, острая боль в сердце, слезы, которые невозможно сдержать. И в то же время бесконечная гордость и благодарность. Такой невероятной, необъяснимой атмосферой был пронизан весь праздник. Атмосфера душевная раз. С нами дети, с нами жены. Это очень важно. И было очень много детей, вот семьи. Вот это меня поразило. Это мне так нравится, это стал семейный праздник. Наш семейный праздник. В общем, я просто счастлив, то, что мне удалось это сделать. И вся моя семья была здесь, и мама, и дочка, и жена. И деда фотографии мы привезли. И вот прям была минута молчания. Я стоял на площади со своими солдатами. Знаете, и я посмотрел на небо и думаю, дорогой мой дед, прадед. Очень важно, чтобы память о великом подвиге советского народа жила, передавалась из поколения в поколение. Очень важно, чтобы память о великом подвиге советского народа жила, передаваясь из поколения в поколение. Чтобы наши дети помнили своих прадедов, знали, какой ценой досталась эта победа. Конечно, еще не все ребята осознают, что они одни из последних, кто может вживую увидеть героев Великой Отечественной войны. Но подвиг остается бессмертным, пока жива память о нем. Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за победу. Праздничные мероприятия, которые прошли в Одинцовском районе, признаны самыми масштабными за последние десятилетия. Концерт в Одинцово продолжался весь день, а его кульминацией стало выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина. Ну, с удовольствием играл какие-то задорные песни, но сегодня это надо сделать. Низко поклониться всем ветеранам и исполнить что-нибудь из отечественной классики, чтобы еще раз напомнить, какую высокую цену заплатил наш народ за эту великую победу. «Случайный вальс» Марк Фраткин на стихи Евгения Долматовского. Специально для вас, дорогие ветераны. Пусть я с вами почти не смогу, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, скажите хоть слово. Также в исполнении Валерия Сюткина прозвучали его самые известные и всеми любимые хиты. Закончилась праздничная программа лазерным шоу и салютом в честь 70-летия Дня Победы. Как же не хочется, чтобы этот день, этот праздник заканчивался. Я хочу сказать спасибо большое всем, кто пришел и помог создать эту атмосферу. И, конечно же, большое спасибо вам, ветераны, за то, что вы дали нам возможность собраться здесь под мирным небом. Этот масштабный праздник надолго оставит след в истории Одинцовского района. Он поможет сохранить в сердцах жителей память о героическом подвиге советских солдат. Низкий им поклон и бесконечная благодарность. Святослав Савенков, Дарья Киреева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».